Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. На этот раз новость касается учета расходов на аренду жилого помещения для работников, которые отправлены в командировку. Именно данному вопросу посвящено письмо Минфина, реквизит которого вы видите. В данном письме важны три вывода. Первый вывод, что Минфин принципиально согласен с тем, чтобы расходы на аренду жилых помещений учитывались по налогу на прибыль. Второй вывод указывает на то, что соответствующие расходы должны учитываться в периоде, в котором лица проживали в арендуемых помещениях, жилых помещениях. Ну и, наконец, важный третий вывод о документальном подтверждении. Минфин перечисляет документы, которые бы он хотел увидеть в обосновании соответствующих расходов. Это командировочное удостоверение, проездные документы, договор аренды жилого помещения. Но здесь важно то, что перечень этих документов не является закрытым, и поэтому налогоплательщик для подтверждения соответствующих расходов может указывать, точнее, представлять любые документы, которые бы подтверждали, во-первых, факт несения соответствующих расходов, ну и, во-вторых, то, что они, эти расходы связаны с деятельностью, направленной на извлечение дохода. Таким образом, данное письмо может быть учтено налогоплательщиками в своей деятельности при обосновании расходов на аренду жилых помещений, когда, соответственно, налогоплательщик отправляет своих работников в командировку. На этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.